Всем привет! Сегодня мы в клубе «Белые молнии». И каждый четверг мы в клубе «Белые молнии» играем турнир ТТ-плей СПБ. Начало турнира 19:00. Ну, не начало, как бы. Начинаем мы попозже, немножко кто-то опаздывает. Сегодня у нас 11 человек. Участников турнира. Будет интересная борьба, будет разыграно 3 отборочные группы по 4-3 человека и 2 финала по 6 во втором 5. Победители финалов сыграют между собой за бесплатное участие. Стационарная трансляция с видеокамер со смартфона LG G4 будет доступна. Ссылки есть в группе ВКонтакте. И также ссылочка есть, конечно же, на нашем форуме ТТ-плей СПБ, где все это в теме турнира. В разделе «Белые молнии» можно найти этот турнир. И, если интересно, посмотреть трансляцию, посмотреть и подумать, почему же я не пришел на турнир. Ай-яй-яй-яй-яй, как интересно было бы сыграть. В общем, всех ждем. Это Дима Кубранов. Обычно у нас используется 5 или 6 столов, но сегодня мы сыграем на 4 столах. Дадим Александру Эллинсону потренировать своего ученика. И успеем спокойно сыграть турнир. Ждем еще Костю Стрижанова. 2, 4, 6, 8. Я 9. И Рому Щелканова ждем. И начнем. Все, запускаю трансляцию турнира. Всем удачи!